солдат. На связи доктор Матейл. В Дельте только что зарегистрированы чудовищные броски напряжения и энергии. Никогда ничего подобного не видел. Не может быть. Как будто весь комплекс затягивает куда-то в другое измерение. Специалист по криптографии в лаборатории ФОБОС. Вся моя группа работала в две смены, чтобы заново пересчитать данные предыдущей недели. Все прошло гладко. Особенно если вспомнить, что эту работу мы уже делали. С тех пор, как Кертис перевелся, новый начальник не утруждает себя поиском предыдущих отчетов. Ему проще посадить нас на 14 часов, все пересчитывать пятый раз. Его бы самого на наше место. Жесткая койка, отвратная еда, злые невыспавшиеся программисты. Завтра начинаем анализ новых поступлений. Наконец, хоть что-то новое, хотя все равно никакой радости от этой чертовой экспедиции не дождешься. Конец записи. Продолжает падать. Вспомогательное напряжение.
точку телепортации. Выбрана первая площадка.